команда для вас. Скажите, как впечатление, первые эмоции? Я очень рад попасть в эту команду, быстрее буду автоматизироваться и помогать. Ну, вы давно не играли, и без предсезонки вас в вышку отправляли, чтобы немножко кондиции дать? Да, немного встряхнуться, что я месяц, что не играл. Меня отправили, игру сыграл. Сегодня был потяжелее в КХЛ. Ничего страшного. Наращивать оборот. Ну, по первым сменам, как ощущения? Я более-менее в форме, меня нормально потренировали. Много непривычно, потому что я долго не играл. По игре. А, ну по игре скажите, все-таки, что получилось, что не получилось? Где-то, может, сначала проспали, не знаю, потом растили темп. Хорошо играли в их атаке, меньше не стали ошибаться у себя, где-то мобилизовать свои моменты. Ну, в команде автомобилист что-то можете отметить, что-то, может быть, неожиданно сегодня было в действии? Первый звонок прошел играть. Все, а так лучше. Ну, лично свой матч, не знаю, ребят спрашивали, нет, лично для себя игру как оцените, на сколько баллов? Из 5. Было вот сейчас. Спасибо.